Квантусом, посмотрите, ёбалки, достал. Посмотрите, кто живет у меня в унитазе. О, господи, это же мегафу. Они едут по улице на огромном унитазе. Он меня укусил. Пойду позову маму с папой. Пип-пап. Гренни не успела пипи. На Google картах? В городе? На станции метро? Смывай быстро, дружок. Будьте осторожны, когда заходите в школьный туалет. Вертолет. Он похож на тебе. Он похож на желтого из радужных друзей. Огошечки. Вау. Уже заражен. Нет, не получилось. Бегите, бери бластер. Напали, Вера. Погнали. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо. Ты настоящий искатель приключений. В реальной жизни на Google картах. Всем привет! Привет, друзья, вы на Валеришка Геймс! Вантусом, посмотрите! Ёбалки! Достал его! Кто его сбил? Маленького Амонгуса нашего, того смыло! Ого! Это же огромный скибиди туалет! Он спрятался. Он такой что? Опа! Где он делал? Вернуться! Трамплинчик! С вертолет собьет! Разбился! Кто это? Новые дроны? Ребята! А что у них торчит, зайти? Смывалки? Это подключители к розетке? Обалдеть, они налетели как пчелы. Фигачат! Вантусом! Защищайся! Давай! И я! Давай, мочи их! Ну! Сколько же их? Как много? Есть! Победа! Ого! Посмотрите, у него трофеи из эмонгусов. Всех поубивал. Это инфо, этот скибиди в храме. Его тоже победили. И он пошел. И он попал в рай! Посмотри. В самом углу. Да, спускается. Он такой. Прости. Такой, нет. Самый огромный, который стреляется глазами. Да. Ребята, посмотрите. Обалдеть. Он убил нашего эмонгуса. Друзья, продолжение следует. Что я нашел у себя в туалете, ребята, вы никогда не поверите. Посмотрите, кто живет у меня в унитазе. О, господи, что это значит такое? Посмотрите, у него там все в камерах. Несколько случаев появления на скрытых камерах скибиди туалета. Парень поставил себе в туалете скрытую камеру. Ой! Вылез! Анимашка! Господи, он такой на полном серьезе. Я этого не ожидал! Это же просто жесть! Я не знаю, что делать! Как я буду теперь в туалет ходить? Пойду его аккуратно смою. Надо подкрасться, пока он не видит. А типа он не видит. Смывай быстро, дружок! А смылся, кстати, натурально. Друзья, погнали. Сегодня очень много крутых скибиди в реальности. И на Google картах, друзья, очень много смешного. На стадионе на меня напали унитазы. Нам парень говорит, из Индии, из какой-то. Ого, они еще и танцуют. Супер. Парень, бежать надо. Убегает. Круто. Ребят, лайкосик нам поставьте, поддержите эту серию. Обязательно до конца досмотрите, так вы еще не смеялись. И сегодня будут самые свежие шоты. Ты мне надоел, унитаз в моем гараже. Ай, Супер Марио! Офигеть! Почему у тебя унитаз в гараже? Вы никогда не поверите, но это настоящий Супер Марио. Он танцует скибиди-бам-бам. Кто-то его уже схавал? Супер Марио больше нету. Я не знаю, это какие-то чудики, они появляются. Может быть, у меня глюки. Парень, пойди глаза с мылом помой. Этого не может быть. Унитазы в гараже не танцуют. Смываем! Он меня укусил! Все, я приезжаю в скибиди-туалет! О, господи! Слушай, там скибиди убегает. И он огромный! Он на него наехал? Я пойду позову маму с папой! Пип-пап! Он мне заляпал руку кетчупом. Господи, но потом он появился снова у меня в туалете, в самом доме. Вот он торчит. О, жесть. Они же имеют выход ко всем унитазам в мире. Ребята, это шутка. Когда вы ходите в туалет, будьте осторожны. Шутим. Будьте осторожны, потому что там никого нету. Смой его аккуратненько, смой. Ну! А, он должен всю песню допеть? Я понял. Весело. А как он поет, не открывая рта? Ребята, это просто кринж. Это жестяк. Парень. Эти ролики, ребята, набирают миллионы. Вы не поверите. И что? Вы что, реально? На Google картах? В городе? На станции метро? Унитаз? Это памятник?
А что он так рот открыл? Он поет? Его застукали в момент пения. Камера Google машины проезжавшая застукала его, когда он пел песню. Смотрите, птички все остановились. Когда он говорил с гибелью, да. Да. Поэтому он открыл рот. Вот это да, ребята. Не надо нам смотреть, что у него во рту. Давай посмотрим. Вау! Это же мегафу! Они отмывают огромный унитаз, чтобы сделать из него скибиди туалет. Смотрите, друзья. Кашапочка какаш! Это мегафу! Это просто... Кто-нибудь спасите! Ребята! Вот это они дуркуют, но они его отмыли. Посмотрите, какой он беленький, чистенький. Кто такой сидел, на них смотрел. Ну что, друзья, это очень популярные блогеры. Ну что, пора начинать. Можно выдвигаться. А как мы будем ехать? Унитаз же не едет. Господи, надо что-то придумать. О, тележечка. Вы заказывали, да! Ребята, и сейчас мы поедем на всем этом, на всей этой красоте по городу. Обалдеть. Посмотрите. Прикиньте лицо всех, когда они видят проезжающих. Они сейчас на дорогу выйдут. Посмотрите, друзья, они выезжают со своего поселка. Он говорит, у меня тут... Вот, мы выезжаем на дорогу. У меня есть управление, руль, который крутится. Газ, бибикалка, песня Скибиди и, конечно же, тормоз с вантусом. Обалдеть. Они выезжают на дорогу. Они едут по улице на огромном унитазе. Видели? Вы никогда не поверите, что у меня в туалете. Вы будете кричать. Это вода. Полнейшая жопа. Точно. Причем в прямом смысле. Присядь на него сверху. Новые шоты с популярного канала, который создал этот тренд. Ого. Главный босс, унитаз. Слайдеры. Он такой. Как он на унитазе на дом залез? Он просто фигачит города. Он там был, это отель назывался YouTube. Серьезно? Ребят, кто заметил? Это что за фига? Мамочки! Как нарисовать скибиди туалет в домашних условиях? А можно нет? Если вы не хотите, чтобы он появился у вас в унитазе, нужно его нарисовать и развесить по всему туалету. Ребята, туториал. Смотрите, взрывает. Это просто жесть. Труба. Следующий шот. Это база камерменов. И один зараженный заходит. Нафиг. Камерамены, держите его. Один на него запрыгивает и достает из него скибиди туалет. Он такой убежал. Вау, это спикермен. Человек-динамик. Все? Ты выздоровел, чувачок. Супер чел. Гренни не успела пипи. Там туалет ломанулось. Вау, хаги. И камни бесконечности. Перчатка Таноса. Не нажимай на камни. Он как раз нажимает и оказывается на разных планетах. А на разных планетах разные унитазы. Обалдеть. Барабан. Они придумали бластер. Камерамены придумали бластер, чтобы обеззараживать импостеров в своих рядах зараженных. Вон, смотри, с них унитазы повыпадали. Мы в прошлой серии вам показывали, как в них вселялись эти унитазы, и они становились предателями и гасили своих же камераменов. Этого вылечить. Он тоже заражен. Нет, не получилось. Бегите, бери бластер. Напали, Вера. Напали. Как это сделать? Вера, зарабатывай. Ты показываешь, что заныкались. Во. Город. Анимация. Что это был за странный звук? Девочка нам говорит. Я слышала какой-то звук. Какую-то мелодию. Очень мне незнакомую, вон он, красава. А вы все ходите, люди, как будто там нету, блин. Посмотрите, он машину переворачивает. Посмотри, там человек прошел такой. Ноль на массу, вообще ноль внимания. Вы отъедь от светофора, драндулет, сейчас тебя задавит. Он такой, смотри, в пробку стал, типа. Ждем зеленый свет. Там машины бьются, капец. Этот поворачивает. А люди стоят? Он за нами едет. Вертолеты подняли, смотрите, друзья. Светофор не поломай, что ты делаешь? Полиция, где вы? Ну! Блин! Спасайте это все. Он создал прям, ребята, городской апокалипсис на двух улицах. Поломал несколько машин. Люди ходят, кому-то. А вертолет просто его сопровождает и слушает его песню. Будьте осторожны, когда заходите в школьный туалет. Это жестяк.
Камерамен очень боится выключать свет. Выключаем свет. И пуля наверх. Все. Коленки трусятся. А он уже здесь? Блин. Да, друзья. Это что? Колесо фортуны? Давай. Крути. И что же тебе выпадет? Там есть сердечко, я видел, это жизнь. Нет, болгарка. Как зовут этого монстряка, ребята, из какого он фильма? Кто-то его спас. Кто же его спас, почему вы не убили? Я ни при чем. Зомби-туалеты. Нашествие. Ой, кисимич. Ханилась. Врубай музню. Гача, все в наушниках, динамики наших спикерменов ломаем. И танцули. Круто, кто умеет такой танец танцевать? Короче, нельзя выключать свет, я понял. Но камерамен решил дотянуть до конца. Смывай, быстро смывай! Нафиг. Нафиг. Следующий. Следующий. Это как камерамены, ребята, устроили слежку за зомби-туалетами. Они их приманивают на их песню. Это такой скибиди-доп-доп-доп. Я и... тоже хочу дать мне песню. Вот они и попался. Ого, он его с боковухи, с сандалией. Иди в камеру посиди. И так они по одному всех ловят. Мне клево. Мне грустно. Хозяин, спаси меня. Где наш главный босс? Ура! Вот он. О нет. А там был еще человек-микрофон, что ли? Вау. Он спикермена затушил. И все. Ребята, сегодня серия просто трэшак. Досмотрите до конца, столько трэша вы еще не видели. Папа, забирай меня отсюда. Так, заслали Counter-Strike шпиона. Это, ребята, гараж, где рождаются эти, кто там, террористы или... Скибиди-туалет. Скибиди-туалет, да. Ой. Они бы заподозрили его. Это был финальный взрыв унитаза. Не, один выжил! Ой, это психо. Это дискотека. Это исходная песня. Это помнишь? Что? Смотри, что там? Нет! Оу! Это босс камераменов. Он такой просто... Ну, е, чуваки, клево. Ой, Блу из второй части. А он у нас на троне сидел или на унитазе, я подзабыл. На троне. Сейчас мы с вами, ребята, поиграем в Гарри мод. И посмотрим, как мы можем становиться разными персонажами из Скибиди туалета. В городе. Сейчас главное на винты вертолетов не свалиться. Я хотел прям на него и вживиться ему в затылок. Ну, промазал наш паучок. Беги, беги. Меня раздавили. О, нет. А, я теперь за этого, за спикермена. Ого. О, сейчас я ломом его проконтачу. Против такой дуры ломом, прикинь. Кия, кия. А, все-таки паучок на него залез. Ого, его ликвидировали. А, он взлетел. Что происходит, психоз? Дави, дави унитазов. Унитаза апокалипсиса. Круто, друзья. Все сумасшедшие. А мы летаем. Да мы не только летаем. Мы еще и можем тут все выбирать. Смотрите, разных персонажей можем выбирать. Почти всех из самых кассовых шотов. Вот, смотри, тройной красавчик. Там дьявол. Дьявол из третьего бачка. Так, это у нас обгорелый парень. Это у нас большой обгорелый парень. Это его папа. Это кто? Это маленький. Это паук, который шпион, вживляется. Языком таким. Видимо, этот язык, он проникает в голову. Так, сделаем много. Это полицейский. Это меломан. Ему, наверное, фиолетово спикермены, потому что он их все равно не слышит. Он слушает свой музню. Так, вау. Это спикермен. Он еще и на ногах бывает. Ничего себе. Это просто. Это кто? Это просто? Это босс, который на крыше был. Вот сюда. Все красиво стойте. Это с церкви, товарищ наш. Это вертолет. Он похож на тебе. Он похож на желтого из радужных друзей. Огошечки. Вау. Вы это видели? Ребята, лайком поддержите эту серию, если вам понравилось. Смотрите все видео на всех наших каналах. Валеришка, Максим, Play Games and Family. Все ссылочки внизу под этим роликом. В описании. Переходите, мы вас очень любим. И стараемся только для вас. Вы у нас самые лучшие. Всем пока. Пока-пока. Нажимайте на следующее видео. Встречаемся там. Пока.